Добрый день, уважаемые друзья! Я Василий Стебельков, и я рад приветствовать вас в своей мастерской. Для одного из моих проектов мне понадобилось сделать дубовую пластину толщиной от 5 до 7 мм. Толщина тут не сильно важна, должна попасть именно в этот предел. Самое главное, чтобы она была как бы калиброванная. Купив шпон 11,5 мм, я получил полный набор совершенно кривизны. Пропеллеры, вогнутости всякие разные, все что угодно. Но задача как бы стоит, мне ее нужно было решать. Сделал я вот такое вот приспособление. Ну, о нем более подробно я как бы расскажу в конце ролика. И будут видео, как я его делал, как я настраивал все вот это дело. Вот, теперь пластинка у меня как бы не колеблется, все в порядке. Можно пробовать ее запускать через рейсмус. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну что ж, поехали. Ну что, вроде как бы начинает опять же хвататься, но еще маловато, тогда добавим побольше. Так, тут еще не взяло, но вот тут уже достаточно почти целиковый, то есть еще миллиметрик добавим. Слушайте, вот я уже рукой чувствую даже, да, вижу, где взято, а вот здесь вот в серединке пока еще нет. Вот шов. Тут уже хватает чуть-чуть. Так что, в общем, потихонечку, да, тут уже все более-менее гладенько. Ребята, полностью. Так, ну что, уважаемые друзья, реально очень доволен этим результатом я. Если мы посмотрим по линейке, да, ну, ступенечка видна спереди и сзади, с этой стороны чуть побольше, но, ну, она сколько там, я не знаю, десяточку, да меньше даже, наверное. Вот, ее вполне можно будет убрать там шлифовалкой какой-нибудь, да, или там подрезать ее, но самое главное то, что полностью, абсолютно полностью, в общем-то, плоскость у меня получилась, то, что и требовалось доказать. Ну, а что, теперь я сейчас буду отковыривать свою приспособу небольшую. Слушайте, ровно, коллеги, ровно, абсолютно ровно. Да, ну вот надо, конечно, было брать чуть подлиннее, и тогда не было бы ступенечки. С одной стороны ступенька большая, получается, с этой стороны практически ее нет. Но я думаю, что я ее зашлифую. Ну что же, уважаемые друзья, честно могу сказать, я очень доволен результатом, получил практически, в общем-то, идеальную плоскость, такую, которую мне не надо было, да. Ну, в общем, я делаю поднос. Попросили меня сделать дубовый подносик небольшой, вот я его как раз и делаю. В конце ролика будет материал, видеоматериал о том, как я делаю вот эту приспособу, при помощи которой я смог выровнять достаточно кривой шпон, назовем это так. Вот, буду там давать какие-то определенные комментарии. А так, что же я хочу сказать? Заглядывайте ко мне в мастерскую. Я надеюсь, что вместе с вами мы снимем какое-то количество еще интересного видеоматериала. Ну что ж, всего доброго, до свидания. До встречи на просторах интернета. Thank you.
идеально, честно могу сказать. На такой толщине вытащить такую кривизну — очень хороший результат, реально хороший результат.